Собираем сумочку для Сашеньки. Нам нужно взять пару подгузников. Веселенькие подгузники. Бутылочку с водичкой. И бутылочку с молочком. Вот так вот. Что же еще? Дополнительную сосочку. Теплую шапочку. Вдруг холодно станет. Теплую жилеточку. Пеленку на всякий случай. И такой розовый клеерик. Так, что-то мы главное забыли. А, игрушки. Какую игрушку ты возьмешь? Ягодки? Или погремушку? Ты хочешь того слоника? О, слоник и правда классный. Может быть, все-таки ягодки еще возьмешь? Чтобы точно на прогулке нам было весело, мы берем две эти игрушки. Положим еще телефон. Ну и планшет, чтобы смотреть мультики. Ну вот, наша сумочка готова. Теперь можно отправляться в поездку. Шапочку давай поправим. Вот умница. Возьми свою зебру и пойдем в машину. Ставь лайк, пиши комментарий, переходи на другие видео вместе с куклами-попсиками. Увидимся в следующем видео уже в машине. Пока-пока!